лежать, это не для меня. Но есть ведь люди такие, что трудоголики есть, алкоголики есть, лежабоки всяких. А у меня нету такого, как вот приходится работать. Давайте с Богом. Ноги-то вот тут вот оторвал себе. Копали картошку. Ну и забило копалку. Я не выключил. Ну и все. Все, и вместе с сапогами. Один от сапог, половина сапога привез в больницу. Так жалко было сапоги-то. Че, что, серьезно? Сапоги-то новые были, и взорвал. Сам. У меня и в машине ручное. Ну вот это вот сам, когда ноги потерял. Ну вот. Я социальных работников 2005 года. Я вообще не видал, кто они такие у нас есть. Какая? Что тут государство говорит? Они свои проблемы, свои заботы. А мы как бы живем, как хотим. Я уже ни в чем не верю, я только сам на себя надеюсь. Сперва вроде как бы думал, что может что-то кто-то что-то увидит, заметит, но сейчас бесполезно. Конечно, тяжело было, и чуть не это, не заплакал, а что делать? Уже все сделано. Конечно, я думал, как дальше, а что дальше? Жить будем дальше. Все.